Праздничный митинг и концерт прошел в центре Адлера у памятника воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Туда пригласили ветеранов войны, трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей. Всех тех, чьими руками ковалась Великая Победа. Праздничное мероприятие прошло под лозунгом «Спасибо за жизнь». На митинг пришли школьники, казаки и сотни жителей района. Сколько б ни прошло времени, сколько б ни сменилось поколений, День Победы является главным праздником нашей страны, самым близким и самым ценным для всех нас. Торжественная часть праздника завершилась возложением цветов к памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны и небольшим парадом в честь Большой Победы. 9 мая в Адлере вспоминали и воинов, погибших во время Кавказской войны на территории Свято-Троицкого храма, братская могила и стела солдатам, которые защищали Адлер в 1877 году. На этом месте погибла целая стрелковая рота 2-го Кавказского линейного батальона. В память о воинах прошел благодарственный молебен.